Всем привет! Сегодня сделаем прикольную штуку из пружины и шкива. Погнали! Ну а если вашей болгарке пора на пенсию, нужно приобрести, конечно же, новую. Для этого я советую перейти на Е-каталог в разделе «Инструменты», угловая шлифовая машинка, подбор по параметрам. Можно выбрать цену от скольки до скольки. Производитель, я предпочитаю Метаба, тип угловая, уже выбрана. Максимальный диаметр диска 125. Количество оборотов, ну надо, конечно же, помощнее. Ну и все, подобрать. Так, Е-каталог предложил несколько вариантов, но я буду ориентироваться в первую очередь по цене, что-то среднее, пускай будет вот такая. Здесь можно почитать отзывы, почитать характеристики, ну и в конце сравнить цены и выбрать самый подходящий для вас вариант. Если вы еще не пользуетесь, ссылочку оставлю в описании. Получился вот такой вот зачетненький светильник. В принципе, ничего особенного для гаражного пространства, само то. Легко взять, перенести, поставил. Лампочка защищена. Такой вот необычный светильник. Если понравилось, ставьте лайк. Всем пока-пока.